После самоизоляции из-за эпидемии коронавируса дети наконец-то собрались в школе. В 4-м Б-классе учительница проводит опрос. «Ну, расскажите, дети, как ваши семьи пережили карантин?» Машенька. «У нас было мало денег, и мы перестали кушать мясо, ели только одни макароны». «А у нас тоже трудное финансовое положение», – отвечает Максимка. «Мы вообще перешли на трехразовое питание. Понедельник, среда, пятница. Очередь дошла до Вовочки». «Ну, расскажи, Вовочка, как твоя семья пережила карантин?» «А мы подумали и выгнали мамку из дома». «Почему, Вовочка?» – спрашивает взволнованная учительница. «Ну, сами подумайте, Марья Ивановна. Я уже взрослый, сися мне не нужна. У папы давно не стоит, а кормить эту шалаву для соседа нафиг надо».